Привет! Привет! Слушай, а ты, кстати, в жизни намного красивее выглядишь, чем на фото сайта знакомств. Ну, ты так тоже ничего. Аппетитненький. Шучу. Я после 6 не ем. Мой кексик. Слушай, я-то так подумал. Я сейчас буквально 5 минуточек готовлю. Подожди. Ну, давай пойдем, узнаем друг друга поближе. А у меня есть выбор. Слушай, а где ты проводишь больше всего свободного времени? Зачастую в библиотеке. В библиотеке? В библиотеке у меня еще ни разу не было. А у меня было. Пару задолженностей, но я их всех вернул. Просто не мог оторваться от работ Айзека Азимова. Слушай, давай присядем и расставим все точки над «и». Слушай, я девушка серьезная. Мне нужен ответственный, опытный мужчина, чтобы с ним можно было создать крепкую семью. Так у меня до тебя 2 семьи было. Да, я их сам в Sims создал. Это игра такая, у меня там и семья, и дом, и машина. Слушай, ну ты юморист, а? Люблю парней с чувством юмора. У меня, между прочим, 28 сантиметров. Ну хватит шутить уже. Я не шучу. 28 сантиметров, лобная часть мозга. Именно она отвечает за чувство юмора. Я вчера делал томограмму. Слушай, знаешь, а я, кроме того, что люблю парней с чувством юмора, я люблю еще и плохих парней. Мой первый парень был байкер. Заводился с полоборота. Слушай, а у тебя есть байк? Байка нет, но есть байковая пижама. Хотя бы с черепами? С черепами. Плюшевых мишек. Но с хулиганом ты не прогадала. Однажды в 7 классе за поведение мне поставили неуд. Леша? Прячься. Я не поняла, это кто еще такая? Леночка, я тебе сейчас... Нет, мне ничего не нужно объяснять. Слушай, ты мне сказал, что идешь на конференцию по сегрегации земноводных, а сам что делаешь? Сидишь вот с этим крокодилом. Леночка... Леночка, пожалуйста. Что? Нет! Все, не звони мне больше! Леночка! Леша! Я не поняла, как ты мог? Ты встречался со мной, у тебя была девушка! Эсмеральда, позволь мне тебе все объяснить. Не хочу ничего слушать! Не звони мне больше!